Антон Долин — человек, который говорит о кино с таким воодушевлением и страстью, что порой ему не хватает воздуха. Мне кажется, настоящее искусство, оно должно поворачивать что-то в системе вещей, взглядов, раз и менять. Превратить вульгарное в гениальное — вот это гораздо более сложная задача, чем говорить о высоком на высоком же языке. Вопрос, что хотел сказать автор, надо забыть. Это идиотский вопрос. Во-первых, мы не знаем, что он хотел сказать. Во-вторых, сам автор не знает, что он хотел сказать. Автор умирает в своем произведении. Ты его доделал, поставил точку, отдал его. Ты больше ему не хозяин. Это просто факт. Ты мне задашь вопрос, нормально ли это? Да это офигенно! Ну вот видишь, вот и ответ на твой вопрос.